Продовжуємо наш спеціальний ефір на радіо НВ. Далі поговоримо про Україну і про Грузію. От виступаючи у Вашингтоні, Давид Рахамія, головний переговорник України з Росією, нардеп, заявив, що російські люди і компанії використовують організацію в Грузії, аби обійти західні санкції. Вони, росіяни, каже Рахамія, зараз активно використовують грузинські банки, фінансову систему, компанії, тощо. От якщо ви підданий санкціями, росіянин, ви заходите в інтернет, відкриваєте грузинську компанію, відкриваєте віддалено там якийсь банківський рахунок і починаєте собі роботу. Це він сказав в Вашингтоні і закликав от більше вживати заходів і тиску. Але конкретних прикладів він не надав. Далі про це будемо говорити. На зв'язку з нами є Гела Васадзе, експерт грузинського аналітичного центру і автор ютуб-каналу «Новини Кавказу». Мої вам вітання, слава Україні! Героям слава! От, пане Геле, ми бачимо, Росія використовує от Грузію, щоб обійти санкції, так каже наша влада. Навесні таку заяву робила наша розвідка. Ну, влада Грузії це відкидала. МЗС навіть чекало там якихось пояснень і доказів, що це не так. Зараз знову з'являються такі от заяви від нардепа і головного переговірника з Росією Давида Рахамії. Мовляв, от цей рівень перевищує рівень такої випадкової допомоги росіянам під санкційним. І офіційний Київ хоче, щоб союзники порушували це питання якось і припиняли таку в лапках допомогу. Чому, як ви думаєте, Грузія, яка от сама страждала від російської агресії, так довго і завзято не бажає, нехай не власні санкції запроваджувати, але хоча б не порушувати те, що запровадив світ проти росіян? Так, ну давайте начнем с того, что при всем уважении к Михаилу Подоляку, я бы тоже бы хотел бы видеть доказательства того, что действительно Грузия нарушает санкции, и власти Грузии нарушают санкции. И если это действительно так, то это вопрос прежде всего к американцам, потому что именно у них есть рычаги давления и рычаги наказания конкретных властей, конкретных людей, которые этому содействуют. Вы знаете, это уже не первое заявление, но, честно говоря, пока из Вашингтона никакой реакции не последовало. И это очень важный момент, потому что, смотрите, конечно же, речь идет о политике. Конечно же, Украина в Грузии воспринимается исключительно во внешнеполитическом контексте. Значит, власть оппозиция, более того, наши власти заявляют о том, что у власти в Украине находится грузинская оппозиция, что тоже, конечно, забавно, но тем не менее. Поэтому нужно хорошо понимать, мы бы могли бы перейти к более глобальным вещам, мы могли бы перейти к такой вещи, как борьбы старой Европы и новой Европы, Франция, Германия, Великобритания, Соединенные Штаты, частично Соединенные Штаты, часть другая Соединенных Штатов, истеблишмента, она за старую Европу и так далее. Но это все было бы, знаете, как это все было бы скорее нашими умозаключениями, красивыми смысловыми конструкциями, но не более того. Пока мне действительно хочется, если не доказательство, то реакцию со стороны администрации Белого дома. Вот когда эта реакция будет, тогда это будет достаточно, скажем так, достаточно интересно, и тогда это будет подкреплено. Ви ж розумієте, що ми не можемо там, наприклад, не вірити своїй владі, там своїй розвідці, яка неодноразово заявляла це. Своїй владі нужно не вірити. Это однозначно. Вот я, наприклад, своїй владі абсолютно не довіряю. І это нормально. Это нормально, когда, если речь идет, конечно же, в данном случае я вас понимаю, что речь идет о доверии к власти во время военных действий, но это к военным действиям имеет весьма опосредованное отношение, поэтому я сразу же говорю, что в данном случае речь может идти только о том, чтобы были конкретные, даже не доказать, чтобы была реакция со стороны Соединенных Штатов. Но для меня маркер – это реакция со стороны Соединенных Штатов. То есть, если никакой реакции, потому что они являются гарантией того, гарантерами того, что санкции будут соблюдаться. Я вполне допускаю, кстати, я, пожалуйста, не подумайте о том, что я не допускаю, что власти Грузии не могут помогать российским олигархам там, или российской власти обходить санкции. Причем есть конкретные схемы, потому что сам Бедзина Иванишвили очень долго, который является фактической властью в Грузии, очень долго работал в России, и понятно, что у него там очень большие связи
и так далее и тому подобное. Понятно и то, что... Вот смотрите, понятно и то, что многие сейчас, которые попали под санкции через Бизина Иванишвили, хотели бы обойти эти санкции. И такие попытки были. Более того, мы даже слышали разговор Иванишвили с Евтушенковым. Кстати, в этом разговоре было то, что он не захотел сам вмешиваться, а переадресовал. Но это ничего не значит. Я говорю про другое. Я говорю о том, что при всем моем негативном отношении к грузинской власти, слепо доверять тому, что сказал Подоляк, я не могу. Это нормально. Не Подоляк, а Арахамия. Или Арахамия, да, в данном случае. Вы понимаете, в чем дело? Подоляк, Арахамия и Алексей Арестович еще и троллер. Грузинская власть, это выглядит очень забавно. На самом-то деле, мы понимаем контекст, я понимаю контекст, что грузинские власти сейчас находятся, мягко говоря, не в очень комфортном положении, потому что есть кейс Михаила Саакашвили, конечно же, есть кейс Михаила Саакашвили, здоровье которого действительно находится, жизнь которого находится под угрозой. Есть кейс отношений со Старой Европой, отношений с Россией. Есть кейс, главный кейс, Бизина Иванишвили, о необходимости санкционирования которого. Но, кстати, не из-за обхода санкций со стороны России, а из-за совсем других вещей заговорили уже в Европейском Союзе. Поэтому, скажу так, что это вполне может быть частью той политической борьбы, которая идет в глобальном масштабе, и это борьба за Грузию. Борьба за Грузию – это борьба не между Россией и, скажем так, коллективным Западом. Хотя такая борьба, возможно, тоже существует, но в данном случае у России нет шансов. Возможно, это борьба между Старой Европой и вот Новой Европой, которая... Что касается моих политических позиций, я всегда считал, что именно Новая Европа и Великобритания являлись нашими самыми верными друзьями. Это было доказано неоднократно. Но что касается той политической группы, которая сегодня находится у власти в Грузии, у них другие связи, у них другие. Не будем забывать, что президент Грузии, которая на пресс-конференции критиковала грузинское правительство, как она его критиковала? Она критиковала его за то, что они не сумели защитить того же Бизина Иванишвили. Они плохо работали, они делали глупые заявления и так далее. Вот о чем она говорила. Она не говорила о системных вещах. То есть она интегральная часть команды Иванишвили. И это тоже нужно хорошо понимать. Поэтому, терпеть не могу это. Но не все так однозначно. Ну, ви от таку фразу сказали, що українська влада тролить грузинську. Хіба безпідставно, якось звинувачують владу Грузії? Або чому влада Грузії тоді не відповідає, там якось не запрошує наших там експертів? Я не знаю, от приїдьте, подивіться, що ви в Києві там помиляєтеся, ми не допомагаємо і так далі. Слушайте, в даному випадку річ йде о том, що українська, от дійсно в Грузії український контекст сприймається як внутріполітичний. Одно дело население и общество, которое считает 88% населения Грузии, считает это вообще даже не то, что сочувствует Украине и поддерживает Украину, считает это своей войной. Это одно. А другое дело – это вот те самые ребята из правительства, которые считают, что в одном кармане у Владимира Зеленского и всего его окружения, во всех тех, которые стояли там вот, Арахамия здесь, Подоляк здесь, Ермак здесь. Помните, да, эти видео? Вот у всех у них в одном кармане лежит членский билет, мандат «Слуги народа», а в другом кармане «Единого национального движения». Но есть такое дело, и от этого никуда не денешься. Мы действительно слишком связаны. В то же самое время, смотрите, если мы берем геополитику, то смотрите, какой получается полумесяц. Финляндия, там есть определенные сложности с Турцией, но так или иначе в НАТО. Дальше идут страны Балтии, которые тоже, мягко говоря, относятся к России не очень хорошо и правильно делают. Польша, потому что Беларусь оккупирована, лайт оккупирована Россией. Украина, понятно. Грузия, Азербайджан. То есть фактически получается, что кольцо замыкается, если Грузия оказывается целиком и полностью не в условном большом Рамштайне. В большом Рамштайне все.
а именно в лагере Новой Европы, который, ну, условно его так назовем. Понятно, что за Грузию сейчас идет борьба. Понятно, что Грузию в свое время профукали, когда, в общем-то, Соединенные Штаты и даже Старая Европа, в общем-то, содействовали приходу к власти Битина Иванишвили и выстраивали им свои системы. Поэтому, ну вот, чтобы мы просто хорошо наши слушатели разобрались вот во всем этом конструкте, во всей этой позиции, примерно вот такой расклад. Есть ли действительно, давайте вот просто точки дады поставим по поводу нарушений, есть ли действительно попытки обойти санкции или нет попыток обойти санкции? Я думаю, что они есть. Но опять-таки это думаю я со своей субъективной позиции. Если мы говорим о большой политике, абсолютно не имеет значения, что думает Гелабасадзе или даже, извините, что думает Давид Арахам. Ну, але В ви як даному случае пересічний практическое громадянин можете значение. бачити, наприклад, от ми знаємо, що росіяни там вже їздять там до Казахстану, візовий туризм, картковий туризм, відкривають банківські карти. Хіба в Грузії ви таких процесів не наблюдаєте масштабних? Нет, в Грузии очень либеральный визовый режим сам по себе, он был давным-давно. То есть у нас вы можете приехать в Грузию, вот вы конкретно можете приехать в Грузию, жить здесь год, после чего на 2 часа выехать в любую сопредельную страну, Армению, Азербайджан, Турцию, и потом еще жить год. Что касается открытия счетов, я знаю, что во многих банках у россиян были серьезные проблемы, особенно если речь идет об организациях. Но вот тут очень важный момент, потому что когда мы говорим о серьезных проблемах россиян, тут нужно понимать, что это серьезные проблемы обычно у рядовых россиян или у тех, которые оппозиционны путинскому Тобто режиму. А если хорошим просто... русским треба помагати, да? А? Хорошим русским треба помагати. Я не думаю, что хорошим русским треба помогать, потому что это их, скажем так, проблемы. Но я вам говорю о том, что у кого проблемы здесь возникают. Понимаете? А если власти захотят кому-нибудь помочь, и это вряд ли будут хорошие русские, то Ну, они я это теж так сделают думаю. тихо и бесшумно. Понимаете? Добре, давайте, у нас мало часу, але все-таки ви згадали про населення, про настрої. І давайте поговоримо про настрої і про те, як працює російська пропаганда. От ми бачили в новинах у нас тут, в нашому інформаційному полі, що ваш грузинський провладний телеканал показав результати опитування ставлення грузин до війни в Україні. І це опитування, воно ну, мало такі якісь маніпулятивні запитання. У нас тут його критикують. От ми, наприклад, процитую вам, як звучало там запитання, наприклад, три. Чи згодні ви з політикою грузинської мрії не втягувати Грузію в російсько-українську війну? І 78% опитаних погодилися. Наприклад, ще питання: якщо Захід попросить Грузію приєднатися до війни проти Росії, якою має бути позиція? Переважна більшість, звичайно, сказали, що Грузія не повинна втягуватися, 83%. Як ви думаєте, ну, яке ваше ставлення до цих результатів? Чи має воно реальне співвідношення до думки населення в Грузії? Вот что я вам скажу. Вообще-то комментировать, и это я говорил, кстати, сегодня в новостях Кавказа в своем ролике, и это же было в интервью азербайджанскому порталу «Бакинский пресс-клуб». Комментировать опросы компании «Горби» по заказу телекомпании «Имеды» — это не уважать себя. В Грузии существует два откровенно пропагандистских телеканала. Телеканал «Товари», признаюсь, я его часто смотрю, это пропаганда оппозиции в чистом виде. И именно гендиректора этого телеканала посадили в тюрьму на 3 года в тот самый день, когда Грузия подала заявку в ЕС. И телеканал «Имеды», где идет откровенная пропаганда правящей партии и правительства. Поэтому информационные выпуски телекомпании «Товари» напоминают сводку криминальных новостей, где все преступники, начиная от карманников, заканчивая премьером, а информационные выпуски телекомпании «Имеды» — программу «Время» из моего советского детства. Поэтому комментировать вот этот опрос, ну это просто, мы с вами зря потеряем время. Это чисто пропагандистский шаг со Я стороны правительства. зрозуміла. У которого, и это очень важный момент, у которого был очень важный конструкт еще с момента прихода власти, еще не было никакого Майдана в Украине, ничего. У него был конструкт следующий.
в 2012 году во время предвыборной кампании. Саакашвили плохой. А почему он плохой? Потому что он допустил войну с Россией. Он не смог ее избежать. Они не говорили, что это Грузия начала войну, потому что ну, это было бы запредельно. Но они говорили вот что. Можно было войну избежать, можно было избежать потери территории, можно было договориться с Россией, но вот Саакашвили такой плохой, такой... Пане Гела, змушена вас перебивати. Змушена, тому що в нас ефірний час завершився. Я вам дуже дякую, що ви включилися, пояснили свою точку зору. Гела Васадзе, експерт аналітичного центру грузинського, був з нами на прямому зв'язку. І ми говорили про санкції, про те, які питання є до... власне, уряду Грузії. Ну, я хочу, щоб ви всі розуміли, і якщо експерт ще мене чує, що у українського народу, можливо, до уряду Грузії і є питання, але до грузин, мені здається, що жодних. Ми розуміємо, що вони нас підтримують. Підписуйся на канал Радіо НВ. От тут.